Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня я ставила на вывод денежку в проекте, писала видео УБОМ или ЮБОМ. Значит, где мое видео? Вот, что я хочу сказать. Денежка пришла, я не ожидала такого, конечно. Ладно, зависло у меня там все. Значит, смотрите, я ставила $10, курс биткоина 5863, и вот финиш. Это чисто вот случайно зашла перевести, все, закончен. Переходим на Coinbase. И вот 3 мая, и уже денежки 170 тысяч биткоин сатош в пединге, но они уже в кошельке. Все мы знаем, что нужно там несколько подтверждений. Смотрите, 0.20170561 биткоин сатошиков, так, 3.05.19 года, и вот в пединге. Я думала, не через... Ну, потому что я смотрела на YouTube-канале видеообзоры по выводу. И там говорилось, что через 4-5 дней приходит вывод. Поэтому я как бы уже ориентировалась на этот период. И что мне вот через несколько часов так быстро. Тем более в первый раз я вот выводила. Да, и вот так быстро оперативно. Ну что, друзья, работаем. Проект супер, без вложений. Я набрала за 8 дней $10. Это, конечно, суперски. Ни один букс без вложений столько не дает. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить проект. До новых встреч.